Добрый вечер, уважаемые онлайн-слушатели. С вами, как обычно, Сергей Багрей, менеджер аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Напомню, для того, чтобы вы могли задавать мне вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. А в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru, благодаря которой вы получите ряд преимуществ и полный доступ ко всем сервисам компании Альпари. Тема нашего семинара – анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Фибоначчи. Мы с вами проведем анализ по основным кросс-курсам, но в конце семинара можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. Итак, вижу вашу реакцию, вижу ваших плюсиков. Всем большое спасибо, пора начинать. Приступим. Откройте график валютной пары евро-британский фунт, таймфрейм 1 час. Ну и как обычно, я сперва озвучу правила анализа. Во-первых, наша задача состоит в том, чтобы распознать волны импульса и коррекции. И именно поэтому мы с вами берем в расчет как минимальные цены, так и максимальные цены. После чего мы с вами с легкостью сумеем определить не только направление движения цены, но и разворот тренда. И в-третьих, с помощью инструмента Fibonacci мы с вами сумеем определить уровни коррекции, уровни входа и выхода из рынка. По валютной паре евро-британский фунт сегодня медведям удалось обновить минимум 15 августа. Обращаю ваше внимание на то, что с минимум 15 августа началась последняя бычья волна. Сегодня при обновлении этого уровня мы с вами получили сигнал о том, что тренд возможно изменится. Но опять же, для этого нам с вами необходимо дождаться завершения сегодняшнего дня. Если закрытие сегодняшнего дня будет ниже минимальной цены 15 августа, мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Также хочу обратить ваше внимание на то, что рождение бычьего тренда состоялось давным-давно. Это случилось еще в начале текущего месяца. Если точнее, это случилось день 4 августа, так как именно в этот день быкам удалось обновить максимум предыдущего дня, 3 августа. Ну и после того, как день закрылся выше этой отметки, мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте, о рождении бычьего тренда. На тот момент валютная пара торговалась примерно по цене 0.8480. Ну и те, кто все-таки сумел открыть ордер на buy еще в начале тренда, максимум на этом тренде можно было заработать около 240 пунктов. То, что касается текущей ситуации, еще раз обращаю ваше внимание, то, что медведи дали о себе знать, поэтому давайте мы с вами дождемся закрытия сегодняшнего дня, и только после чего можно будет говорить о дальнейших действиях с нашей стороны. Рассмотрим следующую валютную пару – евро-швейцарский франк. В данном случае ситуация не поменялась, тренд по-прежнему медвежий, тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с понижением. Основная медвежья волна началась с максимум 15 августа, завершилась на минимум 17 августа. На основе этой волны сегодня мы с вами ожидали коррекцию на 50%. Сегодня я ожидал достижения уровня 1.0870, но, как видите, такой цены сегодня не было. Максимум сегодняшнего дня расположен по цене 1.0869. Одного пункта не хватило, так что те, кто не успел открыть ордер пораньше, сегодня рынок, как видите, не дал такую возможность. Ну а то, что касается самого тренда, то, что касается рождения тренда, это случилось в день 11 августа. Именно в этот день мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте. Ну и после того, как состоялась необходимая нам коррекция на 50%, в день 12 августа нам с вами нужно было продавать 1.0885, как раз, если точнее, даже 1.0890, как раз был уровень, при достижении которого нужно было открыть ордер на sell по тренду. Так что те, кто на основе первой медвежьей волны сумели открыть ордер на sell,
на данный момент в рынке с профитом и в ожидании продолжения тренда, в ожидании снижения евро по отношению к швейцарскому франку. То, что касается цели, я ожидаю снижения евро по отношению к швейцарскому франку до уровня 161.8 по расширению Фибоначчи. Цена 1.0780. Это последняя цель. Это уровень, при достижении которого мы с вами сумеем зафиксировать прибыль в размере 100 пунктов. Ну а то, что касается стоп-лосса, стоп-лосс, как обычно, выставляется за пределами волны импульса. Стоп-лосс нужно было выставить выше волны импульса, выше уровня 1.0940. Идемте дальше. Рассмотрим следующую валютную пару. Евро, японскую иену. Несмотря на то, что на этой неделе были попытки со стороны медведей сменить направление рынка, все-таки им это не удалось. Тренд по-прежнему бычий, тренд продолжает развиваться. Ну что ж, те, кто сегодня открыли ордер на бай в рынке с профитом и в ожидании. Хочу также обратить внимание на то, что разворот тренда состоялся в день 8 августа. Именно в этот день мы с вами получили подтверждающий сигнал о рождении бычьего тренда. Ну и после того, как состоялась необходимая нам коррекция на 50%, нам с вами нужно было открыть ордер на бай с уровня 113.00. Такой цены было в день 10 августа, даже позже, 11 августа, 12 августа, ну и даже 15 и 16. На самом деле вот вокруг этой цены валютная пара торговалась на протяжении всей этой недели. Ну а опять же, то, что касается основной волны импульса, на данный момент она началась с минимум 11 августа. Ну и как раз на основе этой волны мною были определены уровни коррекции. Коррекция на 50% состоялась. Этим самым опоздавшие вновь получили возможность открыть сделку на бай. Те, кто не успели открыть ордер на основе первой волны, то вот на основе второй волны такую возможность получили вчера и даже сегодня. Стоп-лосс рекомендую выставить ниже волны импульса, ниже уровня 112.20. Размер стоп-лосс составляет 115 пунктов. Ну а то, что касается цели, для этого есть инструмент расширения Фибоначчи, с помощью которого мы с вами можем определить цели, можем определить уровни, при достижении которых нам с вами следует зафиксировать прибыль. Ну что ж, учитывая то, что размер стоп-лосса составляет 115 пунктов, я ожидаю рост валютной пары до уровня 161.8 по расширению Фибоначчи. Ожидаемая цель 115.10. В данном случае мы с вами сумеем заработать 175 пунктов в соотношении 1 к 1,5. Идемте дальше. Рассмотрим валютную пару. Британский фунт, швейцарский франк. Вчера валютная пара в основном торговалась в боковом диапазоне. Сегодня все-таки БКМ удалось выйти из этого диапазона. Сегодня, как видите, был рост. Фунт продолжил укрепляться по отношению к швейцарскому франку. Пока что тренд все еще остается медвежим. Основная медвежья волна началась с максимум 15 августа и завершилась на минимум 16 августа. На основе этой волны вчера нужно было открыть ордер на sell. Сегодня опоздавшие также получили возможность открыть ордер на sell. Но, как видите, сегодня коррекция продолжилась. Сегодня коррекция продолжилась, поэтому пока что те, кто в рынке, в просадке. Ожидаемая цель расположена ниже. Я ожидаю снижения британца по отношению к швейцарскому франку до уровня 161.8 по расширению Фибоначчи. Цена 1.2260.
1.2260 – это наша основная цель. Ну а то, что касается стоп-лосса, если, конечно, рост продолжится, то при достижении уровня 1.2640 нам с вами необходимо будет зафиксировать убыток. Я напомню и в очередной раз обращаю ваше внимание на то, что стоп-лоссы были, есть и будут, поэтому неважно, по какой торговой стратегии вы торгуете, вы должны понимать то, что торговля на финансовых рынках сопряжена рисками. Стоп-лоссы в любом случае будут, убыточные сделки в любом случае будут, но опять же, результат нужно считать в конце месяца. Я на днях на одном из семинаров показывал свою статистику. За последние 3 месяца мне удалось открыть около 50 сделок. Из этих 50 сделок 29 сделки были закрыты по стоп-лоссу и всего лишь 21 сделка была закрыта по тейк-профиту. Но опять же, да, были, конечно, стоп-лоссы и с нулевым результатом, поэтому нельзя считать то, что все 29 были закрыты с убыточным результатом. Примерно 50 на 50. Ну и опять же, несмотря на то, что количество убыточных сделок было равное количество прибыльных сделок, все-таки результат был положительный. За эти почти что 3 месяца нам удалось заработать в процентном соотношении около 8% при максимальной просадке в размере 3%. Поэтому акцент не нужно ставить на количество сделок, а нужно ставить на результат. То, что у вас будут убыточные сделки, это не должно вас пугать. Нам с вами удается достичь успешного результата за счет того, что мы с вами соблюдаем правила money management, мы соблюдаем правила торговой стратегии. Ну и в среднем я посчитал, на одну сделку я теряю $50, а зарабатываю по $100. Соотношение как раз 1:2. Так что даже если я получаю 2 стоп-лосса, достаточно зафиксировать один take profit, после чего я как минимум выйду с нулевым результатом. Рассмотрим следующую валютную пару. Британский фунт, японская иена. Юрий пишет, по евро-иене почему не взять импульс позже, например, с 15 августа. Юрий, еще раз обращаю ваше внимание на то, что мы с вами не можем взять импульс, какой нам захочется. С максимум 15 августа, с минимум 15 августа. Есть определенные правила, на основе которых мы и определяем как раз начало волны импульса или конец волны импульса. До 15 августа, обращая внимание на то, что основная волна импульса была бычья, она началась с минимум 11 августа и завершилась на максимум 12 августа. И до тех пор, пока минимум 11 августа или максимум 12 августа не были бы преодолены, ни о какой другой волне и речь бы не шло. Поэтому обращаю внимание на то, что только в день 15 августа медведям удалось обновить минимум 11 августа, и только в этот день мы с вами поняли то, что на рынке появилась очередная волна импульса. А взять с какого-то максимума, с какого-то минимума мы с вами не имеем права. Опять же, это правило данной торговой стратегии. Если вы хотите добиться успешного результата, вы должны придерживаться железных правил данной торговой стратегии. Если, конечно, взять наугад ту волну, другую волну, очередную волну, то, конечно, вы ничего не добьетесь. Я, опять же, давайте покажу всем вам свою статистику. На данный момент у меня открыты 3 сделки. Одна по валютной паре австралийский доллар, доллар США, вторая по валютной паре новозеландский доллар, доллар США и третья по металлу серебро. С учетом открытых позиций плавающая прибыль составляет $772.
И опять же, если выбрать всю историю счета, если открыть отчет, то вы все сами увидите своими глазами. За последнее время, за последние 3 месяца мне удалось открыть 50 сделок, чуть больше, да, 51 сделка была открыта. Ну и вот из этих сделок 30 сделок были закрыты по стоп-лоссу, но опять же, из этих 30 были и стоп-лоссы с нулевым результатом. Очень часто я выставляю стоп-лосс в безубыток. Ну и также обратите внимание на то, что в среднем мне удается заработать на одну сделку $109. В случае потери убыток составляет $54. Соотношение как раз 1 к 2. И это все за счет того, что мною соблюдаются правила money management и правила данной торговой стратегии. Поэтому очень важно в трейдинге использовать правила и идти шаг за шагом к вашей цели. И только после чего вы, конечно, добьетесь ожидаемых и успешных результатов. Рассмотрим следующую валютную пару. Британский фунт, японскую иену. В данном случае обращаю ваше внимание на то, что быкам уже дважды удалось обновить максимум 15 августа. Именно с максимум 15 августа началась последняя медвежья волна. Вчера, несмотря на то, что быкам удалось обновить этот уровень, все-таки закрытие дня было ниже. Поэтому ни о каком развороте пока что и речь не идет. Сегодня быкам с легкостью удалось преодолеть этот барьер. Но и опять же, все зависит от того, как закроется сегодняшний день. Если он закроется выше, значит мы с вами получим подтверждающий сигнал о развороте. Если же закрытие дня будет ниже, значит в очередной раз это будет ложный пробой. Я сегодня ожидал снижения, я сегодня ожидал преодоления уровня 130.10, точнее 130.15, но как видите, такой цены сегодня в принципе было, да. Утром в 2 часа и в 3 часа, ну а позже такой цены, как видите, не было. Валютная пара продолжила движение вверх, и пока что нам ничего не остается, кроме как дождаться закрытия дня. Рассмотрим валютную пару, швейцарский франк, японскую иену. Тренд бычий, тренд продолжает развиваться, валютная пара продолжает торговаться с повышением. Это очень хорошо. Почему? Потому что открыть ордер на бай нужно было еще в день 12 августа. Именно в этот день состоялась необходимая нам коррекция на 50%. Обращаю ваше внимание на то, что первая бычья волна началась минимум 10 августа, завершилась на максимум 10 августа. Ну и позже в день 12 августа при достижении уровня 104.05 нужно было открыть ордер на бай. Да, цена ушла против нас, да, движение вниз продолжилось, но все-таки уровень стоп-лосса не был достигнут. Стоп-лосс нужно было выставить ниже волны импульса, ниже уровня 103.10. Размер стоп-лосса 95 пунктов. Валютная пара в итоге все-таки развернулась, ну и те, кто все еще в рынке, с профитом и в ожидании продолжения тренда. Также обращаю ваше внимание на то, что вчера быкам удалось обновить максимум 12 августа. Это как раз конец первой бычьей волны. Поэтому на данный момент актуальная волна импульса началась с минимум 16 августа, завершилась на максимум 17 августа. Ну и сегодня на основе этой волны импульса нужно было покупать с уровня 104.10. Так что опоздавшие сегодня вновь получили возможность открыть сделку на бай, ну и те, кто в рынке, пока что с профитом плюс 50 пунктов примерно. Давайте мы с вами также определим цели. Расширение Fibonacci растянуты уже на основе первой бычьей волны.
Итак, ожидаемая цель расположена на уровне 161.8 по расширению Fibonacci, цена 105.80. Ну что ж, размер тейк-профита 175 пунктов против стоп-лосса в размере 95 пунктов. Соотношение почти что 1 к 2. Ну и прежде всего, перед тем, как мы с вами рассмотрим последние две валютные пары, я бы хотел убедиться в том, что всем все понятно, всем все доступно. Если это так и есть, то жду вашей реакции, жду ваших плюсиков. Или же, если есть вопросы, пожалуйста, напишите об этом в чате. Именно поэтому мы с вами и проводим семинары в режиме онлайн-времени, для того, чтобы дать вам возможность получить ответы на все ваши вопросы. Пока что вижу реакцию всего лишь двух участников. Давайте смелее. Те, кто сумели подключиться к чату, к курсу, дайте о себе знать и подтвердите плюсиком, если все окей, если все в порядке. Юрий пишет, почему по франк и иене для цели берем предыдущую волну. Юрий, еще раз обращаю ваше внимание на то, что цель по первой волне импульса еще не была достигнута, поэтому я беру в расчет первую волну импульса. Те, кто открыли ордер на buy на основе первой волны, должны взять в расчет основную первую волну импульса, должны растянуть расширение Fibonacci именно на основе этой волны. Ну а те, кто открыли ордер на buy на основе второй волны, тогда необходимо растянуть расширение Fibonacci на основе второй волны. Но опять же, учитывая то, что по первой волне импульса цель еще не была достигнута, основная цель все-таки 105.80, и эта цель была определена мною на основе пока что первой бычьей волны. Итак, евро-австралийский доллар. Тренд бычий, тренд продолжает развиваться. Вчера движение вверх продолжилось. К сожалению, пока что открыть ордер на бань нам так и не удалось. Обратите внимание на то, что на основе первой бычьей волны коррекция на 50% не состоялась. На основе второй бычьей волны коррекция на 50% вновь не состоялась. Но вот то, что касается третьей бычьей волны, она началась в день 16 августа, завершилась на максимум 17 августа, коррекция состоялась. Поэтому сегодня при достижении уровня 1.47.10 нужно было покупать. 1.47.10 это уровень, как раз при достижении которого состоялась необходимая нам коррекция на 50%. Стоп-лосс ниже волны импульса, ниже уровня 1.46.10. Размер стоп-лосса 100 пунктов. Ну и то, что касается цели, давайте мы с вами растянем расширение Fibonacci на основе последней бычьей волны и коррекции. Ожидаемая цель расположена на уровне 161.8 по расширению Fibonacci, цена 1.49.30. Юрий пишет, я сегодня открыл сделку. Ирина пишет, входить в сделку нужно после пересечения 61.8 или после стопа расширения Fibonacci. Ирина, входить в сделку нужно по тренду при коррекции на 50%. Не 61.8 и не 100. Есть волна импульса, есть коррекция на основе этой волны в размере 50%. И вот как раз при достижении уровня на 50% по линиям Fibonacci стоит открыть сделку по тренду. Антон пишет, а зачем жадничать? Брать за основную цель золотую середину. То есть уровень 100 по расширению и нормальный профит будет. Антон, опять же, еще раз обращаю ваше внимание на то, что мало того придерживаться и торговать по данной торговой стратегии. Нужно еще придерживаться правил money management. Если вы рискуете $1, я вам советую зафиксировать прибыль в 1,5 или даже в 2 раза больше. Почему? Потому что если даже вы закроете две сделки по стоп-лоссу, в третий раз закрыв по тейк-профиту, вы сумеете компенсировать убыток. А если вы будете открывать сделки, используя соотношение 1 к 1, то, конечно, далеко вы не уйдете.
Идемте дальше, рассмотрим последнюю валютную пару, и на этом мы с вами попрощаемся. Евро, канадский доллар. Пока что тренд медвежий. Да, были попытки со стороны быков сменить направление рынка. Обращаю внимание на то, что последняя медвежья волна началась с максимума 12 августа. Попытки были, но все-таки закрытие последних трех дней, как видите, все ниже и ниже. Поэтому ни о каком развороте речь не идет. Тренд медвежий, тренд продолжает развиваться. Ну и при преодолении уровня 1.4475 я вновь рекомендую рассмотреть открытие сделок на sell по тренду. Ожидаемая цель 161.8 по расширению Fibonacci, 1.4370. У меня на этом все. К сожалению, времени больше нет. Время прощаться. Я постарался ответить на все ваши вопросы, ну и судя по вашей реакции, всем все понятно вроде и доступно. Следующий семинар будет завтра в 10.00 по Москве. Как обычно, в это время у нас запланирован обзор по основным валютным парам. Ну а с вами, как обычно, Сергей Багрий, менеджер аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем хорошего дня, хорошего вечера, удачи во всем, берегите себя, до скорой встречи, до свидания.